Традиционные крещенские купания пройдут в Одессе в ночь на 19 января. На пляжах Ланжерон, Лузановка и Золотой берег состоятся молебны. Там же установят палатки, где можно переодеться и согреться горячим чаем. Безопасность купающихся обеспечат водолазы-спасатели и медики. Организаторы праздничных мероприятий призывают одесситов не употреблять спиртное перед и после купаний. А также не забывать дома теплую одежду, поскольку синоптики прогнозируют обильные осадки. С 23 часов 18 января до часу ночи 19 января будет обеспечена как раз вот такая вот максимальная безопасность. На каждом участке вот этих массовых сборов будут стоять спасатели в достаточном количестве. К ним можно подойти, они все объяснят. Плюс к этому мы же взаимодействуем с врачами, то есть там будут скорые помощи. Можно подойти к любому сотруднику, он объяснит правила безопасного окунания и выхода, втирания. Примечательно, что количество купающихся в Одессе с каждым годом бьет рекорды. В январе 2017-го обряд омовения совершили около 15 тысяч человек. При этом не было зафиксировано ни одного серьезного происшествия.